Вы бы мне задали бы вполне... С участием председателя профсоюза, с участием представителя трудового коллектива, с участием всех кредиторов, которые вошли в состав комитета кредиторов, разработан план санации, реальный план санации, который будет, в котором будут указаны реальные сроки и реальные пути выхода из сложившейся ситуации. Чем усложняется процедура санации сейчас, в нынешнее время? Давайте быть объективными, реалистами. И то, что происходит у нас в стране, а тем более, что у нас происходит это 100 километров от нас идет линия фронта. Сложно сейчас в Украине найти инвестора, который бы смог сказать, что я готов выкупить, погасить всю кредиторскую задолженность и приступить к завтрашнему дню к восстановлению производства. Будем обсуждать все вопросы. Можно? Да, конечно. Два вопроса. Первый вопрос. Был предыдущий управляющий санацией, если что. Он точно так собирал нас, рассказывал, все правильно. И два прога. Он, Владимир Александрович, на собрании решили всех, кого можно, отпуск без содержания. Поэтому по... Участие в процедуре санации в качестве управляющего санации я не принимал. Но теоретические знания плюс участие в семинарах мне дают полную уверенность в своих силах. Я хочу спрашивать, да. Потому что судя по состоянию нашего предприятия, здесь должен прийти такой волчара, так сказать, чтобы поднять наше предприятие. Это не так просто. И вы взяли на себя, конечно, ножку
очень сильный, я и понимаю. Мы будем спрашивать. На завтрашний день, вы говорите, вот сегодня что нам делать? Нас на проходной уже 15 раз переписали всех. И это имеют право? Нет, они выпускают туда, все поставляют. Мы почему-то остались за бортом. Мы госпредприятия остались невостребованные в такой ситуации. И вы правильно сегодня сказали, что вы как бы не готовы к руководству таким предприятиям, но тем не менее вы уже встречались с одними, с другими, с третьими. Так вот скажите, с теми, с кем вы встречались, они готовы в ближайшее время вложить в наше предприятие что-то? У нас уже были немцы, которые вкладывали, у нас были россияне, у нас были евреи, у нас были, вы знаете, кто у нас только не был. Но почему-то наши местные, нас так деребанят, так даже местные по-свойски нас так краят, по полной программе, что мы даже уже сидим вот тут безропотно, это сегодня был первый шаг. Сегодня был первый. Для того, чтобы все действия выполнять по продаже, по ликвидации, нужно провести оценку. У вас есть такие средства, чтобы мы могли, вы заходите с каким-то какой-то группой поддержки. Понимаете, мы уже насмотрели здесь разных, много вас было. Некоторые по три захода делали. И долг госы не там. Мы не просим просто так зарплату. Вы дайте нам будущее. На сегодняшний день у нас украли будущее. Если здесь сидят еще есть молодые, вот только после возраста, которые... Первоочередная задача арбитражного управляющего. Да, конечно.